В Твери завершаются работы по благоустройству зон отдыха в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». По некоторым подрядчики обещают сдать объекты раньше срока. Какие работы уже выполнены и как преобразится городское пространство, расскажем далее. Сквер на улице Можайского возле первого роддома должен стать местом притяжения для многих жителей микрорайона Южный. Здесь на густонаселенной территории больше нет качественных зон отдыха. Поэтому неудивительно, что жители большим количеством голосов поддержали благоустройство этой территории во время рейтингового голосования. Его администрация Твери провела в начале года, чтобы горожане сами решили, какие объекты приведут в порядок первыми. Реконструкция сквера Можайского заняла при голосовании практически лидирующее место. В настоящее время реализуется только первый этап. Мы видим территорию от дороги до областного роддома. А в следующем году работы будут продолжены уже за границей дороги, где сейчас находится просто пустырь. По словам представителей подрядной организации, объект они планируют сдать раньше срока. Правда, сначала здесь не будет малых архитектурных форм. Их планируется установить в следующем году. А вот из-за зелени жителям переживать не стоит. В проекте уже в первой очереди обозначена высадка травы и деревьев. Сейчас здесь завершаются все работы, на качество которых могут влиять погодные условия. На следующей неделе планируется закончить укладывать брусчатку. У нас еще в городе это первый объект с такой брусчаткой. Это брусчатка с Подмосковья, завод «Готика». Более толстая, 8 сантиметров толщиной, из белого цемента. И просто крупногабаритная. Похожий объект сделан у Галицкого стадиона в Краснодаре. Да, вокруг стадиона все сделано типа такой же брусчатки. Также во время рейтингового голосования жители города поддержали проекты благоустройства сквера в поселке Химинститута, реконструкции площади Михаила Тверского и площади возле стелы «Город воинской славы». На всех объектах работы идут в соответствии с графиком.